По поручению президента Владимира Путина и губернатора края Вениамина Кондратьева на Кубани ведется работа по закрытию полигонов твердых коммунальных отходов, исчерпавших свои возможности с последующей их рекультивацией. Эти финансово затратные, технологически сложные и очень важные для благополучия жителей мероприятия проводятся благодаря реализации национального проекта «Экология». В Славянске на Кубани площадка для сбора твердых коммунальных отходов существовала с 1965 года. Накопленный мусор превратился в экологическую угрозу. Здесь неоднократно возникали пожары. В 2013 году городская свалка была закрыта, а мусор с того момента вывозится на полигон в Красноармейский район. Саму свалку администрации района было принято решение рекультивировать. Администрацией была разработана муниципальная программа, по которой создан проект рекультивации площадки для временного хранения отходов. Общая стоимость проектных работ превысила 10 миллионов рублей. В рамках рекультивации полигон закроют специальными материалами, которые не пропускают выделяемые газы и вредные вещества, установят газоотводные трубы и облагородят зелеными насаждениями. В этом дорогостоящем и сложном вопросе реальной помощью муниципалитету стали краевые и государственные программы в рамках нацпроекта «Экология». Администрация вступила в краевую региональную программу по обращению с твердыми коммунальными отходами для того, чтобы разработать проект и провести строительные работы по рекультивации данной свалки. Проведены изыскательские работы, разработан проект, и в дальнейшем документы и проект будут направлены в Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края для включения Славянского района федеральный проект «Чистая страна» на участие в рекультивации уже строительно-монтажных работ. Администрация района участвует на условиях софинансирования. Сейчас вот в краевой программе, вот, то есть выделяются деньги из местного бюджета и из краевого бюджета. Затем будет в федеральном проекте финансирование выделяется из федерального бюджета, краевого и также муниципального. Активная стадия рекультивации полигона запланирована на 2023 год. Объем работ рассчитан на 2 года. Таким образом, к 2025 году на месте бывшей свалки появится облагороженная территория, которая вместе с прилегающими к ней участками станет единым экологически безопасным ландшафтом. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».